где лобову. И все, которые вещи на стуле лежат, кроме, кстати, в кармашке, там Артемовский телефон, это не надо грузить. Ну там, что в стуле не надо, а то, что на стуле нужно. Да, там спальник, посуда, ну у нас вещи импровизированные, не обращайте внимания, там есть палатка, спальник, посуда, куртка и куча всяких мелких предметов, которые мы обычно упаковываем в баул. Соответственно, ваша задача, отсюда прибегаете, упаковываете все в баул, короче, грузите баул на велосипед, пристегнете по очереди. А, да, Лила, спальник, что в бауле? Конечно, спальник нужно будет сначала упаковать в чехол. Там чехол. Спальник, будет. Сейчас Ваня вам это упакует. Палатку не надо, она уже упакована. Ну, это утренний сбор и поход, короче, когда все раскидано, конечно, нужно все спальник. Ты номера не помнишь? Лёш, вот, соответственно, крепите баул на велосипед. Садитесь на велик и приезжаете обратно сюда. А я не буду двойной. Ты упакованный. Вот, там сиденье низко опустили, ну, тут как бы 20 метров проедете любая на нем, да. Единственное, короче, с велосипедом очень аккуратно. Ну, ронять его не нужно, то есть положили, направили, да. Здесь будет учитываться, ну, время, соответственно, кто быстрее справился, кто медленнее, кто совсем медленнее. Давайте вот, секундомер. Вот, секундомер у Артема, он будет засекать. Да, вы, именно в обратном порядке вы будете засекать, поэтому на всем их ответы. Левнее решать, левнее решать. Левнее, правильно, да. Что, да, главное, что мы спальник. Это самое тяжелое. Ну что, раз, два, три, поехали. Время засекли, сучи. Засекли! Так, так, чтобы складочки не было, ты четко, давай. Ну, должно быть ровненько. Шевели, шевели, руками-то, что ж ты самое? Спальник клубный, не пачкай его, ты что? Что это такое? Так, молодец, давай. Давай, давай, подержись, народ, давай, давай. Давай, 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 давай. Все правильно, нормальные девушки, все мужики собирают. Правильно, правильно. Молчи! Что такое, говоришь? Все еще и водят. Зачем хорошие девушки? Вы вообще это уже сюда запихивали? Вы пробовали? А кто тебе сказал, что это было запихивать? А сколько в поход идет? Зачем тебе сюда складывать? Все, надо выпускать. Все, да. И стул в том числе. Быстрее, быстрее вы. Что это застегнуть надо? Повесь на велосипед. Все. Сначала повесить. Что такое баул? Тихо. А это давай второй думал. Молодец! Кому-то все это развязывает. Давай. А следующий участник все развязывает, да? О! Она это сделала! Никогда не знал, для чего этот кармашек нужен. Молодцы! Короче, в Питер, да? До Питера! Откуда ехать-то надо? Дэн, Катюха! Барнаул, Свет! Завтра фотография, но нет. Давай, 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 давай! 2:19. Молодец. Слушай, у меня на сборе уходит как минимум один вечер пол. А, то и больше. Фантастика, я скажу, фантастика. У меня баллон нет. Давай, я все пишу. А? Все пишу. Трансляция онлайн. Я на голове? Да. Да, я хочу выполнить. Да,
хорошо. Этот чувак свой смешной, что ли? Да. Нет, Петр, не надо. Давай, Петр. Коль. Да ладно тебе докапываться, она же первая была, говорю, давай ее поставим. На спальню прыгники, да? Чего стоит такая, что уже? Лёд, ничего. Да, теперь уже не надо. Она не влезет, пожалуйста. Не она там? Да. Она, да? Да. Ну, ты же будешь влазить. Ты же больше переживаешь, я говорю. Конечно. А то спальник на пемку положим, потому что сюда влазить. Это что, вонючий спальник? А чей спальник? Если это вонючий спальник, то их можно на пол. Понятно, понятно. Ну каждый приложил свою руку. Нормально. Давай сюда его положим. Чем одинаковый стилист, конечно, буду помочь. Я уже не надо. Все. Итак, Наташа, ты готова? А, нет, Татьяна Кричишина. Что Наташа? Где Татьяна? Девушка в синем шлеме. Девушка! В смысле, откуда писать-то? Откуда? Все, Артём, готов? Илья, делайте все. Потом там поменьше, чтобы я в нем не спал. Слишком аккуратно, сейчас еще не влезет. Давай, Танюша. Толкай его, толкай. Ты дома как вот спальник как друг друга упаковываешь? Не так. Но упаковывай, заметьте, да? Светка задала тенденцию просто свернуть. Каждый утро упаковывать спальник. Я в нем сплю. Давай, давай. Не чаще. Ногой, ногой, ногой. Ногой, а шлем! Шлем его убивает! Он должен влезть в любом состоянии. Давай, ну еще чуть-чуть осталось. Поплюй, поплюй. Да! Ну так проблемы не помогут. Что ты советуешь? Ногой раздеться, да, потом... Да. А потом все помогут. Это усложнение программы падения велосипеда. Мне кажется, он с каждым разом становится все толще и толще спадет. Растягивается. Давай, Танюша. А, ну да ей потом еще с земли поднимать. Подумали о девушке. Да, электричка уже уходит. Тебе еще не звонить. Давай, Танюша. О, блин. На голову, да, тебя сколько человек вместо шлема? Посуду сколько? А шлем-то зачем? Это что, тоже? Сам сюда-то не могли? Ваш обед! Пакет развязал. Не трогай, не трогай. Маленький балл. Выключи. Главное, грусти не забудь. Что это? Гришку киньте. Верни, она же плакать будет из своих игрушек. Давай, шевели! Это подстава, кто так положил? Я думаю, что ты можешь уже не спешить, давай, и кричку уже можно. Не, ну а за второе место она еще может поворот. Кричку уже вот сейчас. Сейчас посмотрим на остальных. Когда остальные будут плакать. А обязательно все? А парней бы ты что, будешь вам складывать? Не, у них, ну а куда? Хуже? На голову. Делай как титок на плечи его. Конечно. Это что, это муж сейчас был? Это кто это тебе держит велосипед? Я не понял. Эй, пока не получается. Он лежал, у тебя стоял. Свет, у тебя стоял. Я бы сегодня не пустил бы домой. Давай, ты лежал. 2.58. Не намного больше, да? Я обычно этим занимаюсь 2 часа. Ну да. Я обычно примерно так. Ты не берешь с собой игрушки? Я обычно примерно так же, я все готов. Не планшет, а я из дома взял. Но я же не дура, я опытный.
А, ты имеешь ничего здесь написано? И ты хочешь планшет, потому что ты назад. Другая страна чистая. Ты можешь на так сходить, я наверх. Ты так поедешь, ты будешь друг вот так. А, два. Пятый номер. Б-8. Здравствуйте. Пятый. Жизнь на сатана. Поддержи пятый, да, 25. Точно? Абсолютно. Смотри. Я чувствую спальник это. Уже трескается, слышишь? Тряпочка такая. Уже трескается. Пух отдельно кто-то. Не выдерживает. Слышь, это, пятая участница будет пух отдельно закладывать. Отдельно. Да, да. Задача собрать весь пух. Он даже не и зашить. Это означает. Бондрю 300, это значит, что... 300 грамм на метр. Что, это опять? Нет, плотно. Набивки пуха. Первые. Так это вот новый спальник Ольги, они купили его буквально вот в середине леса. И сейчас они его убьют. А при этом есть спальник, который ночевать можно только предполагать. Я всегда готов. Сейчас я махну. Наташ, готова? Внимание! Пошла! Пошла, пошла! Вот так вот нужно возвращаться с работы. Это вот Наталья показывает, как она мужа собирает в поход. Какого мужа ты собираешься в поход? Не, на выиграх реально малюсенький такой вообще. Прям будет пластиковый корпус. А чем малюсенький? Вот он, такой высоты. Ферраси маленький. Ты маленький, не маленький, вот он. Ну, это какая-то шляпа. Апельсинчики! Сразу контролируй эту пакет. Положа злом за режим. Злом, положа в ручку. Давай, давай, ближе туда, в полу. Наташа, домой тебе родители. А бутылка, она... Бутылка не вытаскивалась. 2.23. Время! 2.23. Смотри, она уже с похода. 2.23. О, это тоже совпало, да? Нет. Это хорошо. Точно мерить. Потому что у меня часы точно. Я точно себе промежу. Чехол. Ну, его в чехол, но не важно как. Не важно, что в чехол, не важно, что повесить в багажник.